Глава города Юрий Громаковский поздравил с новогодними праздниками маленьких пациентов больницы. Новогоднее танцевальное представление для всех жителей города организовала студия танца «Грация». 5 января в Барановичах откроется рождественская ярмарка. Обновить гардероб, запастись вкусными продуктами и приобрести качественные товары для дома по низким ценам можно будет ежедневно до 12 января с 10 до 19 часов в кинотеатре «Октябрь». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Глава города Юрий Громаковский поздравил с новогодними праздниками маленьких пациентов в больнице. Помимо положительных эмоций, каждый ребенок получил сладкие подарки. Чудеса в жизни мальчиков и девочек продолжают нести участники республиканской благотворительной акции «Наши дети». Море эмоций и подарков подарили тем, кто эти новогодние праздники проводит на больничной койке. У маленьких пациентов нет возможности посетить елки и утренники, поэтому сказка пришла в детскую больницу. В этом году ребят вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестил глава города Юрий Громаковский со своим заместителем Вадимом Щербаковым. Вокруг пушистой елки дети водили хороводы и дружно повторяли магические слова, чтобы зажечь яркие огоньки. Пациенты и их родители получили удовольствие от праздника и заряд положительных эмоций. Ребята активно принимали участие в играх, читали новогодние стихи и получали за это подарки. Все это поможет детям быстрее справиться с болезнью. Каждый год мы приходим в больницу сюда навещать ребят и с ними отмечать Новый год. Тех ребят, которые в канун Нового года или ввиду каких-то обстоятельств не смогут встречать Новый год дома. Поэтому мы давайте договоримся, что в следующем году вы в больницу ни ногой, ни на шаг, да? Это первое такое условие и пожелание. Договорились? Да! Да, договорились. Ну а второе, все мы и детки, и взрослые ждем, что в новогоднюю ночь с боем курантов наступят чудеса, да? Которые вот и все те мечты, желания, которые мы задумаемся, они сбудутся. Безусловно, я для всех присутствующих здесь хочу пожелать, чтобы ваши самые сокровенные, самые заветные мечты сбылись. Сейчас в стационаре на лечении находится более 130 ребят. В Барановичах в наступившем году запланировано ввести в эксплуатацию не менее 100 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Задание по сравнению с 2019 увеличено на 10 тысяч квадратов. Растет доля строительства квартир с господдержкой для семей с тремя и более детьми. 13 новых многоквартирных домов появятся в Южном микрорайоне, в военном городке по улицам Чурилина и Профессиональной. Кроме того, продолжатся работы по реконструкции и капитальному ремонту жилфонда. Новогоднее танцевальное представление «Здравствуй, Снегурочка» для всех жителей города организовала студия танца «Грация». Ребята на представление пришли нарядные, веселые, в предвкушении праздника. Дети смогли окунуться в атмосферу приключений, участвовали в различных конкурсах, пели песни, танцевали и, конечно, получали подарки. Новый год для каждого ребенка – это самый волшебный, веселый праздник, которого они ожидают целый год. В клубе предприятия «Туркмаш» прошло театральное танцевальное представление «Здравствуй, Снегурочка». Увлекательную сказку, игровую программу «Елки» и новогоднюю дискотеку подготовила студия танцев «Грация». Это первое мероприятие в городе такого формата. В этом году наша танцевальная студия «Грация» решила немножечко креативничать. И мы пригласили на занятие на режиссера, который приходит, работает с нашими детками актерским мастерством, для того, чтобы детки не только танцевали, но не уверенно себя чувствовали на сцене, чтобы они со сценой были на «ты», они играют, им это очень нравится. И в один момент родилась у нас вот такая идея, почему бы не сделать сказку танцевальной. Это впервые у нас в городе. Мы приглашали очень много деток с нашего города. Точно так же приглашали детей с ограниченными возможностями, чтобы посмотрели. То есть мы работаем на благотворительность деток.
Красиво украшенный зал, нарядная елка, интересные костюмы, Дед Мороз, Снегурочка и множество других сказочных персонажей ожидали детей и родителей. Ребята погрузились в сказочный мир песен, танцев, игр, конкурсов и сюрпризов. Никто не остался равнодушен. Море радости и эмоций вызвали подарки. Спешу поздравить всех с Новым годом, с наступающим Рождеством, чтобы все мечты ваши сбывались, чтобы вы всегда были здоровы. Удачи вам! Мероприятие доставило всем радость, веселье и заряд положительных эмоций. А для организаторов праздника лучший подарок Новому году – это видеть счастливые глаза детей. В 2019-м в Барановичах продолжалась работа по модернизации уличного освещения. Коммунальниками установлено 237 новых опор, 352 светильника. Заменено свыше 5000 ламп на энергосберегающие светодиодные. Их главное преимущество – экономия электроэнергии. К слову, до конца 2020-го с улиц города исчезнут все натриевые фонари. Пятого января в Барановичах откроется рождественская ярмарка. Обновить гардероб, запастись вкусными продуктами и приобрести качественные товары для дома по низким ценам можно будет ежедневно до 12 января с 10 до 19 часов в здании кинотеатра «Октябрь». В рамках ярмарки будет работать полюбившаяся всеми мехомания. Здесь можно будет приобрести изделия из натурального меха различной расцветки. Рождественская ярмарка в Барановичах. Меха сладости и полезные мелочи для дома. Январь – время приятных встреч, подарков, застолий, вечеринок, а главное – экономных покупок. По поводу экономных покупок как раз и поговорим. В рождественский период, который начнется 7 января и продлится аж до Крещения, все участники ярмарок, согласно старой традиции, делают скидки на свои товары. Но обо всем по порядку. На экспозиции можно приобрести одежду для всей семьи. Здесь вы найдете женскую, мужскую и молодежную одежду на все случаи жизни. Вас позвали на корпоратив, тогда для вас вечерние наряды. Нужен стильный костюм на работу, офисные комплекты давно ждут вас на ярмарке. К сведению, на экспозиции можно купить по доступным ценам куртки. Грандиозная распродажа – как раз то, что нужно в новогодние дни. Кроме того, широк выбор различных аксессуаров. Истинные модницы смогут приобрести бижутерию, платки, сумки, кошельки, перчатки, головные уборы и многое другое. Большой выбор товаров из Индии и Пакистана, по которым уже изрядно соскучились. Индийский текстиль, украшения из натуральных камней, великолепные вазы, ручные росписи и другие сувениры. Ярмарка привлекает также косметика натуральная для ухода и декоративной. Духи, мази, кремы, маски, бальзамы для сияния и хорошего настроения. Что касается продуктов, то здесь они представлены в широком ассортименте. Большой выбор свежих мясных и молочных продуктов, свежевыжатых масел, трав, сборов. Дальневосточную рыбу, соленую, вяленую, копченую, рыбные консервы, домашний творог и десерты на творожной основе. Отведать все это могут барановичане на рождественской ярмарке. Издали ярмарка привлекает дивными ароматами редких злаков, специй, приправ и различных пряностей. Манят покупателей к прилавкам и кондитерские изделия отечественных и российских производителей сухофрукты. Все мы прекрасно знаем, что Новый год – время обновлений. Стильный текстиль поможет сделать ваш дом теплым и уютным. Множество качественных изделий от разных производителей. Столовое и постельное белье из хлопка, льна, шерсти и смешанных волокон – прекрасно впишутся в любой интерьер. Есть на ярмарке и необходимые мелочи – от иголки и расчески до рабочего инструмента и систем хранения, включая посуду. Посещая такие ряды из любопытства, все равно можно выйти с покупкой. А представительниц прекрасной половины человечества заинтересует экспозиция под завораживающим для дам названием «Мехомания». Каждый новый приезд мехомании – это событие для модниц. На этот раз это событие будет особенно ярким, потому что в Барановичи везут новую коллекцию шуб от ведущих фабрик России сезона 2020 года. Шубы продаются уже с новогодними скидками до 35% в рассрочку и кредит. Мехомания снова в городе Барановичи. Мы приглашаем всех гостей и жителей города. Привезли мы большую коллекцию изделий из мутона, из норки, на любой фасон, на любой размерчик, от 38 до 62.
Рождественская ярмарка и мехомания приглашают всех за покупками. С 5 по 12 января барановичан и гостей города ждут в кинотеатре «Октябрь» на улице Ленина, 4. Время работы с 10 до 19 часов ежедневно. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.